еще тяжелее. Нико Уильямс оббегает здесь Эрика Гарсию. Нико! Это удаление! Это удаление, это прямая красная карточка. Но практически, ну почти нет опасных ударов. А вот выпад гостей, и Романьоли хватает соперника, откровенно получает красную карточку и оставляет Милан в меньшинстве. Ригелон на левом фланге. Ускоряется Серхио Ригелон. Шелви его сбивает. Сейчас Шелви может вторую желтую карточку получить. Благополучно покинув поле спустя, ну сколько времени прошло с момента его. Очень сложный пас для обработки. И нарушение правил. Более чем явно. Это вторая желтая карточка за совсем короткий. Брать игроков атаки, то... В Боруссии они есть. Есть даже и голландский игрок Дониел Малин. Но вот здесь красная карта. Момент возникает. И что покажет арбитр? Пенальти. Пенальти назначает судья Идриси. И удаление. Удаление на 15-й минуте. Лука Зидан. Нет нарушения правил. Пеллегрини может выйти на ударную позицию. Это фол и опаснейший штрафной. Еще и желтая карточка. Кстати, не вторая ли она для Эрнандеса? Так и есть. Но без удаления в этом матче, наверное, не могло обойтись. Атакует. Притормозил Джоскали. Жестко ведет борьбу Дауд и Фалит. А у Дауда есть желтая, которую он получил на 10-й минуте. A little change of pace, headed in for Under. He's got help on the inside, reaching back for a push, Hakimi. But they're going to say it popped off the hand of... Перехват играет Танганга, подкат в его исполнении, жесткий довольно подкат, он сейчас будет удален. Он сейчас будет удален, Танганга не справился. Амрабат, теперь два бритоголовых, Амрабат и рядом с ним Сапонара. Фиорентины, желтая карта и красная. Все-таки красная пришла. Тоди мяч хозяева потеряли. Бежит Винисиус. От одного ушел. Так, а Мончо сейчас, если честно, он напрашивался. Into the advertising holdings, it kicks off. Da bola o jogo, não teve tempo do Atlético nem cobrar. E o cartão vermelho. В топе чемпионата Испании. Но Монако лидер в своей группе. 8 очков, 2 победы, 2 ничьи. Так, а доигрывать этот матч Монако будет. Отвечает Месси. Месси легко ушел. Передача на Альбу. Вот он, ключевой момент. Вот она, развязка. Альба не может сделать на сей раз хорошую передачу. Лена, мяч перехвачен. Гюндоган играет на Канселу. Здесь не было игры в мяч. И будет предупреждение на 30. А это ответ Сусуола. И Бугар рвется вперед. Нарушение правил. И красную достает арбитр. Вот это да! О, это жесточайший фол на Джереми правил, и это будет карточка для Поля Погба. Желтая на 59-й минуте. Ooh, now, what's the referee seeing here? This is going to be a red card. It goes from bad to worse for Bologna. Моринью. Ну да. 5 баллов. 5 баллов, Жозе.
от Франции в Прагу. И опять играет Сен-Этьенне. А что здесь? А здесь у нас красная карточка. Это карточка. Это стопроцентная карточка, это удаление. Красная карточка. Матч, Фуфана уверен, что там был фол. Но вот это не сдержанность. Конечно же. Оп. Кто-нибудь нарисуется, но похоже нет. И может случиться контратака Барелла. Так. Какое решение примет арбитр? Красная карточка, прямая красная карточка. Марк Рокко, заброс, хороший, кстати, заброс. Ну и реакция Гонсалеса Фуэртеса моментальная реакция. Красная карточка. Один, совсем один, Макс Филипп, и пас ему не достался. Джуд Беллингем сейчас получит красную карточку. Вот и все. Вольфсбург получает еще и численное преимущество. Такі от емоції від опорного півзахисника Нанта. Закидання вперед. Виходить! З воріт Кейлор Навас і зараз отримує картку червоного кольору. 65-та. Як тепер грає? Монако. Жорсткое столкновение. Теперь пытаются, может быть, вытянуть немножко соперника на свою половину, чтобы потом использовать шансы для атак сходу. Очередная желтая карта. Этьена, и он так теперь Париж что не отдаст фэрплей. Мбаппе падает, желтая будет или нет. Колодищак сейчас получит предупреждение. Красная карточка! Они сегодня противостоят лучшей команде. Команде, которая пропустила всего лишь три предыдущих встречи. Это будет желтая карточка. Можно извиняться, можно нет. Но слишком уж очевидный был фол. Движение, но очень он сейчас искусно сбросил мяч на ширки. Но тут человек тоже с какими-то дополнительными органами дыхания. Красная прямая карточка. Up to the frat house and we about to rock it. Get them ladies on the dance floor, about to drop it. Once the music starts, we ain't never gonna stop it. Listen real close, man, all you hear is gossip.